Ребята, а перед тем, как мы начнем этот замечательный ролик по CSGO Run, я, как всегда, отдам вам специальный промокодик, который я, просто вымолил у техподдержки этого сайта. А, в общем-то, он будет на 600 активаций, и чтобы тебе его получить, нужно набрать 900 комментов. И в закрепленном комментарии ты найдешь подробности всех условий. Кстати говоря, мы начинаем, погнали! Огоним мы, ребята, на CSGO Run. Кто еще раз не знает, меня зовут Бог, и с нами Симптон. Третий день подряд или четвертый, со мной ролики, бро, записываешь. Тоже, да. Я думаю, пацанам в чате, в комментах все это нравится. У нас есть рефералочка, вот сюда вводится промокод. И, короче, ребята, мы продолжаем эту самую тему с ключа до ножа. Но, короче, наша цель поймать не 8x, а 16x, бро. Потому что мы все это дело делим на 2, понимаешь? Мы по 4 доллара ставим на 16x. Ты понимаешь, что происходит? Да, ребята, это небольшие ставки, но вы меня многие в чатике, в комментиках просили делать небольшие ставки. Вы просили, писали, типа, Бог, давай, типа, по маленьким. Потому что мы чаще всего играем по маленьким. Соответственно, нам интереснее смотреть маленькие. 17x, бро, нам нужно поймать. Я знаю, что это вполне реально. Ты помнишь коэффициенты, которые выдает этот сайт? Ты помнишь их? Блин... Я в шоке. Ну, согласись, это все равно интересно, несмотря на такие небольшие, казалось бы, призы. Вот, кстати, ключик не такой дорогой есть, заметь. Ну все, скин база у нас, так сказать, приготовлена. И смотри, хорошая идея, уже двоечка. Конечно, это нам ни о чем не говорит, когда коэффициент 17x, но смотри, уже троечка. И кто знает, брат, если будет доходить хотя бы до 10x, ты все равно охереешь, согласись. Ребят, давайте за такое 2000 лайков, смотри. Ты понимаешь? А он сейчас будет ускоряться, понимаешь? Чем дальше он прыгает, чем больше он ускоряется. У нас уже есть 30 долларов с 4 баксов. И смотри, мы уже побили прошлый рекорд, где нам нужно было набрать 8x, это уже 10. Чувак. Бля, давай. Наша. Наша? Ну наша. Ебануться. Ребята, это ножик с 4 баксов. Детка. Чувак, мы это сделали, мы это сделали. Охуеть. Кто это видел-то? А нет, ну я был не в топе, наверное. Чувак! Ты понимаешь? Ребята, с 5 долларов до 70. С первой ставки, по-моему. С первой. Охрененно. Слушай, да. Ну да. А я тебе говорю, не зря мы разделили этот ролик. Он будет интересный, знаешь, так вторая часть. Можно даже два ролика сразу выложить в один день. Балдеж. Еще ножичек заберем. Слушай, я попытаюсь. У нас же рубрика «С ключа до ножа». Вот сколько мы сегодня будем тащить. Ну, понимаешь, а вдруг? А что вдруг? Просто я помню, было из 5 там 3 вот таких коэффициента. Ну, конечно, есть вариант более-менее адекватно уже ставить. Ну, чтобы поднять, как ты думаешь? Ну, побольше. Ну, в принципе... Ну, и типа на маленькие коэффициенты, естественно. Не на пиздецовые прям, которые... Понятно, да. Есть вот. Троечка, пятерочка, может, десяточка. Ножик тоже разделим, сейчас попробуем подняться как-то. 16. Смотри, двоечка почти есть. Мало? Ждем еще? Ждем еще. 50 долларов, да, ждем примерно? Ой, ну, бля. Ну да. Так, ну я пробую, короче, 5x. 5x ловить. Ну мы поймали, брат, мы поймали. Ну да, главная цель ролика. Все, цель ролика выполнена. Это балдеж, ребята. За это 2000 лайков прям... Я думаю, надо. Ну, конечно, по балансу мы проседаем, но в рамках рубрики, ну, типа, пойдет, ладно. Было бы круто, если бы вот какой-нибудь вот такой скин мы до 17x спустили, там сразу 400 долларов. Насколько меняем наш ножик, бро? Мы его, конечно, оставим, походу, здесь сегодня. По 15, давай, здесь тоже так вот. По 15, хорошо. Давай, обменяем по 15 и 8. Вот так, ключик. Ну, блин, 5x это сколько? Это у нас 100 долларов, да, получается? Да, ровно 100. Это классно будет. Причем 5x поймать реально. Смотри, практически троечка. А мне кажется, до пятерки не дойдет. Уже сейчас мы можем 70 баксов забрать. Ты видел, да? Я хотел. Ты видел эту хуйню? Да. Короче. Вот так. Давай. Я тебе говорю, братан, когда у нас будет 1002 долларов на этом сайте, мы когда-то ее поднимем, надо сделать стрим или ролики, просто кучу частей, где мы пытаемся поймать 100x, там, условно, под 20 долларов ставить. Это же пиздец, как много будет. Ну, в принципе, да. Интересно. По балансу мы, конечно, проседаем, ребят, но я думаю, рубрика будет достаточно интересная. Обязательно ее скоро замучу. Может, не на CSGO Run, хрен его знает. Может, на другом сайте, но мне кажется, на этом сайте было бы круто. Ну, смотри, вот почему в прошлый раз он не дошел до пятерки, когда он нужен был? Но мы уже с ключа можем забрать. Что мы делаем?
Чем мы делаем? Забираем 50 баксов. Окей. Ну, если он дойдет до 25, Лех, это сколько мы заработаем? Давай вот чисто прикинем. 8 умножить на 25. 400. 200. Ну, хорошо. Ну, хорошо. С ключа калаш азимов. Главное, что дальше не повели. Да, то есть мы подняли с 8 долларов 50 в 10, ну, в 6-7 раз больше, типа. Коэффициенты выдает недурные, частично, да, то есть что-то проскакивает у него, и по идее, ребята, вы можете подниматься, вот так с ключа одного залетели и калаш азимов завывели. Что делаем? Проигрываем. Я предлагаю калаш азимов ставить до двоечки. Давай попробуем. Но если он сейчас дойдет, это сотка долларов, у нас уже будет какая-то опора, знаешь, на следующие ролики, и вообще что-то думать можно. Но мне кажется, он этот скин сожрет у нас, как кадал, так и сожрет. У меня есть такое чувство. Сейчас по-любому сожрет. И ты 50 баксов, еще кто-то 40 поставил. Не позволит. На 1,9 забирай. Слушай. Ну, я не ожидал, если честно. Я думал, он сольет меня. Но мы как-то держимся, понимаешь? У нас меньше сотки баланс был, а мы уже подняться успели. Так. Понимаешь, хотя... Вот 20 тикс. Не, я заберу, то может и раньше. Просто я ставлю, сайт обманываю. Типа, это 20-ки иду, понял? Фига, пацаны потихонечку скинчики свои маленькие забирают. И я тут 20 икс. Но мы начинали прошлый выпуск с 20 баксов, ой, с 200. Сейчас, смотри, можем 40 вывести. 40? Может, 100? Давай выведем. Давай. Ну, смотри, мы почти нож... Опа! Ой, хорошо, как вовремя. Смотри, мы почти подняли. Мы вообще... Ну, на чуечке вообще, да. Да-да-да. Да! Ну, ролик, я тебе говорю, неплохой. Я думал, сейчас ролик вообще печёски будет по 3 доллара, да, ставить. А как-то все вот так выкрутилось, пацаны, и мы в итоге уже, кстати, 7 минут от видео отвидосили. Отсняли. На самом деле, когда есть какой-то челлендж, ребят, видосы снимаются прям максимально просто и быстро. Ты просто сидишь, наблюдаешь, получится или нет, и время капает. Так, на сколько ставим? Тут скины уже посерьезней. 2,5. Давай, это жестко. Фух, ну я предлагаю эти скины оставить на следующий ролик. Как ты думаешь? Да, после... Цель мы выполнили, друзья. Сегодня мы остаемся, ну вот с таким ножичком. Ну да, вот с таким. 140 долларов у нас есть. Большое вам спасибо за внимание. Если понравился ролик с 4 баксов нож, ну как бы, ну... Давай лайки. С тобой был Симптом и Бог. Увидимся. Пока-пока. Пока.